Я очень люблю, сосиски люблю, котлетки и вискас я тоже люблю. Если мне бабушка удочку купит, меня на рыбалку будильник разбудит. Гей-гей-гей, будильник звенит, на рыбалку ку, он мне говорит: бабушка, ставь воду на уху, я сегодня всех угощу! Мурчик вырывается вперед, и вот он на винище, победа! А что, уже старт начался? Пора уже ехать, или я рано еще? Я смотрю, хозяйка, ты новый стол купила. Знаешь что, стол твой полный гав... Че, пора жить полностью у меня, че? Давно я откладывал это решение, теперь точно еду на море. Че, циклон, залезь, чемодан подай, че, хозяйка, вези меня! Во, купил себе новые джинсы, такие ничего, да? Отстой. Так, я не понял, кто рыскает в моем складе? Зачем вам столько батона? Вам надо делиться. Так сказать, я два куска себе возьму, остальное вам. Так, во сколько мне сегодня встать? 3 часа ночи или в 6 утра ты где делать? А какая у тебя там комфортная лежанка, мягенькая? Мягенькая. А можно мне туда? Конечно, нет! Давай сфоткаемся. Ну давай сфоткаемся, а? Покажи. Ой, какой я красавец. Я нашел! Вот ты где! Хранишь все мои банки с едой! А ну-ка дай их мне! Что, блохи завелись? Ага, такие длинные волосы. Ведь вот такие, наверное, блохи завелись. Там кусают, да? Целую минуту идем, я уже устал. Ты слышишь? Ага. Синхрофазотронная пушка, которая подключается... Сейчас вот удочку оба сделаю. Не, палка короткая, надо другую палку. О, вот это была... О, это не я, надо схватиться, это не я. Так, а что это тут такое, а? Кто полез в чайник? Зачем ты в чайник полез? На кипчищу. О, дружбан, привет! Чё дело-то будем, а? Чё припёрся? Так спокойно без тебя было. Как дела, рыжик, а? Да нормально! Как у тебя? Да нормально, тётя, давно не виделись. Чем будем заниматься? Я не знаю, ну привет. Ой, на рыбалочку, а как старые времена? Да может, ну пошли на рыбалку. Не снимай меня, хозяйка, высоты боюсь, снимай. Ой, хорошо. Ой. Хочу назад! Давай быстрее газуй, магазин закроется! Да я и так быстро еду, быстрее нельзя! Я вижу, аж на черным стал. Самый лучший друг — это кот. Он никогда не скажет, какой ты дурак, почему ты такой жирный. И если ты будешь жрать по ночам, он будет жрать с тобой вместе молча. О, наконец-то вытекла трапка! А то никак жестко лежат, так сейчас постелю. Хорошо я продумал, а зимой можно огонек включить, тепло будет. Эй, чё ты там делаешь? Пакет взял, что такое? Смотри, я кота пакет, кота... Буду эту котировку покупать за 3 рубля. Я лучше с пруда попью. Я извиняюсь, что? Можно рыбов? Что здесь? Я говорю, рыбов можно? Что здесь? Ну, килограмм. Все с уважением относятся к коту, потому что кот любит чистоту. Решил помыть голову, как люди моют. Ну, вот как ее только мыть? Инструкции нету. Может, все-таки лапками помыть? С этой я играл, с этой скучно, с этой вырос, а это мне не нравится. Может, со всеми вместе поиграть? Как ты думаешь? А со всеми поиграю. Давай знакомиться, я рыжик. Это я рыжик, придержи коней, шапка. Что это за стол такой, когда еда движется в каком-то направлении? Да, это не стол. Хозяин, ты какой-то стол странный купил-то. Ой, что ты меня уже подкачал? Это ж... это какая-то карусель еды. Ну, хозяин, хватит готовить. Купи пиццу, вот. Скидка 25%. Я это тут лягу. Ну, попробуй, коль не боишься. Я... Что ты там делаешь? Что лежишь, а? О, а? На ТикТок видео записываю веселое. А, ну молодец, записывай. А, я тебе мешать не буду, хорошо, я тут. А, посижу, пока. О, хозяин, хозяин, я сейчас тебя спасу, иди сюда, а ну. Что, готов? Да, готов, всегда готов. Давай. Ну, ну, на. Ну как, Мурзик, новая кухня, $1000 стоила.
хозяйка. На рыбалку, на рак! Ты что, вообще обалдела? Сейчас динамит принесу, посмотрим. Шарик, а я съел всю твою еду. Да, горе, 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 а? Хозяйка, корми кота. Я читаю. А ну, я сказал, корми кота, быстро. Что такое? А на кнопке лежу. А кто это у нас? Подъем, 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 подъем. Хватит, давай, давай, давай. Вперед, ну, поднимайся. Хозяин, ты вообще идиот. Я тебя тогда воскресенье разбужу. Валера, это мое место. А ну, вали отсюда. Ты что, ты рыбаха, офигела? Да. Что это? Внимание, тревога, бомба, ложись. Что? О, господи, когда ты их мыл последний раз? Я Тарзан джунгли, я Маугли, я бог непролазного леса. Так, подожди, подожди, ножки, подожди, правую сначала или левую сначала? Не, животик сначала. Ай, как хвостик задрал. Ура, куда бобер старший лежит? Слушайте, старший, старший отдыхает, младший сидит. А можно мне тут? Можно, только когда станешь старшим, понял ты? Чё надо, урод, а? Чё надо, а? Крутой думаешь? Да я крутой, маленькая зайка! Ребята, подходим, не стесняемся, записываемся на мастер-класс. Танцы до упада. Мастер-класс будет вести Шарик. Тебе не кажется подозрительно, как мы с тобой несем эти два мешки? Да никто не догадается, что мы стыбрали бананы. Тихо, тихо. Ребята, пятница, 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 да-да, дороже, ты слышал, дурак, сейчас пятница. Ну-ка, наливай кружки, стаканы, пингвин зашел, пингвин просто в разнос. Это что? Это вы мне игрушку подарили? Ну давай, поехала игрушка, или танцевать надо? Веселенькая. Хозяин, смотри, сколько корма, не ожидал, спасибо, классный подарок мне. Все, пошли, Шарик, сейчас поедем далеко. Да, пойдем, пойдем, все, вот, чемодан твой. Едь, хозяин, далеко, а я остаюсь. Вкуснота. Вкуснота, да. Вкусно. Да, вкусно очень. Вкусненько. Очень даже. А вы говорите, хозяин не заботится никогда, не заботится. Смотрите, как обо мне, о, заботится. Вот какой часоух купил, часомордочка. Хорошая штука, всем советую. Вода какая-то в последнее время безвкусная стала. Все пью-пью, напиться не могу. Squirrel is back. Что? It look evil as f***. Что ты? Это кто? Я черная белка? Я? Ты принесешь? Я? Да я сейчас тебя! Мячик, а где? Мячик, куда? Мячик, постой! Мячик, Что-то я в этой жизни запутался. То ли тудой надо, наверное, не тудой, то ли сюдой надо. Супчик кушай, хозяйка! Супчик! Ба, какой супчик! Ты что, да? Что? Я черный! Я стал черным! Как же это случилось? Теперь я черный! Это рождественский подарок! А, ты что, вообще уже июнь месяц? Какой-то эскалатор неправильный, что-то меня не туда ведет. Непонятно. Что? Что ты на меня так смотришь? Я не люблю, когда на меня так смотрят. Иди лучше нос помой! Я очень люблю, сосиски люблю, котлетки и вискас я тоже люблю. Если мне бабушка удочку купит, меня на рыбалку будильник разбудит. Гей-гей-гей, будильник звенит на рыбалку, ку, он мне говорит. Бабушка, ставь воду на уху, я сегодня всех угощу!